Уже 20 лет подряд во всех странах 29 сентября отмечают Всемирный день сердца. В России с этой даты стартует Национальная неделя здорового сердца, в течение которой проводятся образовательные мероприятия. В Видновской библиотеке в рамках праздника прошла встреча с ведущими кардиологами муниципалитета. На встрече мы предполагаем рассказать о наиболее важных факторах риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, о возможности снижения этих факторов, о необходимости самоконтроля пациентов в первую очередь за образом жизни. Сердечно-сосудистые заболевания по распространенности занимают первое место в мире. Смертность от них также в лидерах. И с каждым годом, к сожалению, эти заболевания только молодеют. Первые симптомы – это боли в грудной клетке, которые возникают чаще всего при физической нагрузке, одышка, возникающая при физической нагрузке, головные боли, которые связаны с подъемом давления. Кардиологи рассказали о способах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Видновской районной клинической больнице, о том, что должно находиться дома в так называемой аптечке первой помощи, и ответили на вопросы. В конце официальной части все желающие смогли получить индивидуальную консультацию у врачей-кардиологов, а также проверить свое здоровье. Посетители библиотеки могут пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, на антитела, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Присутствующие на мероприятии местные жители уверены, такие встречи следует проводить как можно чаще. Полезные, интересные встречи, и нужно проводить их больше. Очень-очень для меня польза была большая. Я много взял здесь. Подходила персонально к врачу, спросила то, что меня интересует, он мне все объяснил. Так что для себя польза большая. Во-первых, тест, что меня очень волновало, провели. И я спросила вопрос, который меня волновал. Оказывается, к сердцу не относится, я успокоил хоть одно, что у меня сердце, у меня нормальное. Главными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний врачи называют гиподинамию, неправильное питание и образ жизни, стрессы и несоблюдение рекомендаций докторов. Подобные беседы – повод рассказать как можно большему числу людей о том, что свести риск возникновения таких заболеваний к минимуму может каждый. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.